Всем привет! Все полезные эффекты упражнений невозможно перечислить. Спорт улучшает самочувствие и продлевает жизнь, а также обеспечивает хорошее настроение и крепкий сон. С помощью физических нагрузок можно контролировать вес, тренировать чувство равновесия. Чтобы улучшить физическую форму, кто-то предпочитает бег, кто-то ценит нагрузки и тяжелой атлетикой или командный дух баскетбольной команды. Но не все могут заниматься спортом с такими высокими нагрузками. Вот именно поэтому стоит обратить внимание на плавание. Водная стихия подойдет любым людям любого возраста и с любой физической формой. При плавании твое тело поддерживает вода, поэтому нет излишней нагрузки на суставы и мышцы. Плаванием можно заниматься круглый год, как спортом и как хобби, в море, реке или бассейне. Заниматься можно самому, с друзьями или родными. Не понадобится практически никакого оборудования. И можно начинать в совсем юном возрасте и продолжать так долго, как только тебе это будет хотеться. Плавание – очень древний вид тренировок. Ученые считают, что человек научился плавать, наблюдая за животными в воде, такими как рыбы и лягушки. Самые ранние записи о плавании были найдены в пещере пловцов на юго-западе египетской пустыни, на границе с Ливией. Считается, что возраст этой пещеры около 6000 лет. Плавание очень полезно для здоровья и можно заниматься всю жизнь. Это щадящий вид спорта, и он хорошо влияет как на физическое, так и на умственное здоровье. И если вы любите водную стихию, то следующие пункты подарят вам хорошее настроение на всю дорогу до бассейна. Тренировки сердечно-сосудистой системы. Плавание считается аэробным видом спорта, так как даже пара кругов по бассейну – это не так уж и просто. Плавание способствует понижению кровяного давления, а также понижает пульс в спокойном состоянии. Это заставит сердце работать более эффективно. Когда вы в хорошей аэробной форме, то ваше тело лучше использует поступающий кислород для поддержания движения. Мышечная сила. Плавание требует координации работы всех мышц, которые отвечают за движение одновременно. Сопротивление воды куда больше, чем воздуха, так что при плавании вы тратите много больше усилий на движение. В результате этого мышцы становятся сильнее. Гибкость. Плавание и другие виды спорта могут улучшить твою гибкость, если взять за привычку делать растяжку. Плавность движений растягивает и удлиняет мышцы, а не придает им объема, так тело выглядит более подтянутым, здоровым и сильным. Тренировка с низкой нагрузкой. Поддерживая твое тело на поверхности, вода его защищает. На кости, суставы и мышцы не оказывается давления, никаких резких толчков и ударов, которые дают стряску организму. Плавание – один из самых лучших безопасных видов упражнения, которые в принципе вообще существуют. Оно хорошо подходит для людей, которые имеют проблемы с суставами. Плавание также способствует потере веса. За полчаса плавания сжигается примерно 260 калорий. Прохладная вода стимулирует кровоток и обмен веществ. Так как обмен веществ улучшен, то организму проще достичь жировых запасов, и следовательно, плавание идеально впишется в вашу программу похудения. Как же плавание влияет на моральное состояние? Во-первых, это избавление от страха перед водной стихией. Многие дети боятся воды. С этим страхом нужно бороться как можно раньше, ведь это может перерасти в настоящую фобию, когда ребенок станет старше. Детей нужно знакомить с водой в раннем возрасте, чтобы увеличить их уверенность в своих силах. Также плавание снимает стресс. Оно заставляет правильно дышать, а также снабжает мышцы большим количеством кислорода. Вода массирует мышцы и снимает стресс. Теплая вода способствует расслаблению и погружению в медитацию. Плавание может выступать даже в роли средства борьбы со стрессом. А также вы улучшите свои коммуникативные способности, потому что плавание – отличный способ завести новых друзей и часто общаться. Многие клубы предоставляют абонемент в бассейн наравне со спортзалом, поэтому плавание – это не только веселье, но и тренировка.